А, там уже смотри. Будем зергать, подгерать, решат хил. Вот, вот, Мишки. Ты в ретрике пока. Помоги, трэш, спикнись в протопал. Фрея, Мимирон, генерал. Ну, с выстрелом-то своим. И елка остался, и все. И небольшой выкинь. Все, все здесь, здесь человек здесь. Оверман, ты чё, собираешь кого-то на пацаника там, на ДФБ? Какой стек? Ты крыса видит меня. Могу использовать эту способность. Смотри, можно, короче, смотри, зеркальце, да, ранее. И карту на 90, которая сила и которая прока на 300. Наши четко зайдут. Серега с 25-ки. А, не понял, понял. У меня такая же. А сейчас хочу карту на фестивале сфармить. Давайте пробахаем сначала. У кого-то рыба есть? Нет, рыбы нету, ноль. Не в ретрика прыгать? Да, в ретрика прыгай. Будем зергать. Рыба стоит, хвала. Раздайте мне каски, ты, другой ретрик, кулаки МП5. У шума это, вентилятор работает на ноуте. Вот, по медведю на 10 минут дайте. Смотрите, если маленькие цветочки вылезут, то бейте дальше босса и не забудьте дорубить. Если вылезет большое дерево, то сначала дерево. Заходим под грибы и убиваем дерево. Если вылезут три этих хвостоплета этих, то одновременно на залить их. Все, человек наплыл. Оба, ретрика, погоди, погоди. Фокус. Все готовы, начинаем. О. Видишь, отхилла у меня. Их надо одновременно залить. Массом играйте. Да, рубите. Открыли дальше сейчас. Бейте хвостоплёт.
Корни свои, да, разбейте. Добиваем босса, босса играем. Чисто босса. Дар разбейте, дар, 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 дар. Дар сзади, сзади, дар. Вот. Чисто босса играем. Ой, корни разбейте. Благодарю вас, герой. Что там? Искру воображения. Искра воображения. Кто ларь выиграл? Не знаю. Чего посмотрел? О, андроид какой-то. Леоз. Че, у тебя алхимик есть, дроид? Ты не скрываешь ларь. Зачем он палиться? Чтоб вы там начали, дай, дай это, дай это. Я тоже, когда сумку выиграю, я никогда сразу не вскрою. Не, я всегда вскрываю, я просто не даю никому ничего. Всегда скрываешь, ты бы никогда не выигрывал. Как никогда не выигрывал, много раз выиграл. Но я у тебя его все постоянно забирал. Леоза, у тебя же кто-то там тоже на ДФВ или на ПТ собран. Кого? Укулится? Распылил. Вот, давай, пожалуйста, сделаем Notes of Friendly Fire. Чего-чего, ну-ка, ринкани. Вот этот, Notes of Friendly Fire, не такой дружественный огонь. Ну, Ловерман тогда против бесконечно. И вот это попытка. Это уж от Мелика зависит. Если не наступит. Ну, Влад, ты заведешь его в ракету или нет? Ну, естественно, я заведу. Давайте тогда сразу и над босс атакуют мины сделаем. Ну, я же линканул их два, их двери. Угу. У Мелики, смотрите, кто там, Ретрик, Фростдек, вообще не подходите боссу. Один мишка танчит и все. Влад, на, ты не забудь завести, пожалуйста. На третьей фазе то же самое, там он мины раскидает. Эй, ревность у меня бой. Да, в смысле, там, короче, знаешь, как можно сделать? Типа, все сначала под босса подходят, вот. А потом, когда, типа, босс уезжает, они все остаются в кругу, мины сами исчезают. Так что, просто не надо никому двигаться. Все остаются. А можно просто, открыть глаза и не наступить на них. Ты пизда вам от шокового. Ну, поэтому проще просто открыть глаза и не наступить на мины. Получится сделать йога без смертей? Не знаю. Не получится, мы хотели из стен сделать, а не выходят из стен. Ну, мне просто ласт остался на йога. Мне тоже, кстати, она осталась. Ну чё, Влад, ты заведёшь в эту хуйню? В ракету? Да, я заведу, конечно. Ну всё. Сейчас я релогаюсь, у меня бой. Надо шмотку одеть. Как же заколебали, всем кому-то что-то надо, все что-то просят, не знаю. Мне просто охота пройти этот инз, закрыть его и все.
Ну ты ж когда ведешь, типа, не тебе там что-то одному надо. Ну, что, здесь, короче, две ачивы, да, будем делать? С минами и с этим, с роботом. С первого раза не получится, не вайпа. Вот, дальше убиваем, идем дальше. Да. Милики, стойте на месте. Блин, пускай они, короче, пускай они во мне бегают, постоянно они метку. Типа, чтоб не наступили. Еще раз чекнув. Леоза. Все, все готовы, будет начинать. У нас мало времени, друзья. Вы поможете испытать новейшие и величайшие из моих изобретений. Не учтите, после того, что вы натворили... Секан, босса Милики не подходит. Хан, Пета, убери болта. Беги, малыш! Беги! Добиваем. Фокус на МЖ остается. Опять мины раскидались. Так не наступите, пожалуйста. Они сами пропадут. Превосходно! Просто восхитительный результат! Целостность ошибки 98,9%! Почти что не царапинки! Продолжаем! Все, мины пропали. Давайте в центр. Посмотрим же. Представляю вам противопехотную штурмовую пушку. VX-001. Советую поискать укрытие. Все, ракета летит. Заходи в мили. Успеем убить. Успеем, успеем, да. Все, успели. Влад, не забудь завести, умоляю тебя. Смотрите, большого такого не разбей, не убивайте. Убьем только маленьких. РДТ играйте в судно. При, ой, там Ретрик, Джагуар, Цизмана у тебя достает, Таун тоже, Юзы, Койл, ВП. Все, ты всех разбивайте. Чего вы убиваете? Штурмового не бить, штурмового не бить. Бомбо... Ставь место на него, пожалуйста. Ботов не убивайте. Звездочку не бить. Все, внимание, собирается. Там РТД по голове, по телу, Милики по этому, по танку. Посильно не допрести, а то он не успеет ракету, наверное, оставить. Да и похуй. Так, а чего сделаем по всем? Все, внимание, поехали. Внимание, скоро мины. Мины, аккуратнее. Влад, заводи, заводи быстрее. Сука. Ну как ты так? Убивайте все. Тело сыграйте.
Ну как, Влад, скажи, ну как? Они его застанут. Там еще слова, сова сдохла, стояла в метке, как мук. И, а на мины кто наступил? Лёд, пиздец, 50 чекпоинтов я этих никогда не сделал. Просто он зачем-то близко с боссом стоял и пяткой на мину наступил. Когда кастовал, она взорвалась. Пиздец, короче. Опять настроение попало. Вылившаяся галерея и налево. Оверман в танка. Он остаешься в танке. В комнате, ну, бегали. Надо подождать. В принципе, эти есть. Графит умеешь в комнате? Ну, примерно. Комнату я, фокус, сова, графит. Подождите, я не добежал до вас. Ну, пока не комната, я так уже говорю. Так, портиться на последнее, безумие. Болище из галереи. На генерала ж, да, идем? Да-да. ДК, ты сейчас косты должен прерывать на генерале. Знаешь, какие? Там что-то жгучая, короче. Как там, жгучая ярость или как там, блин? Там интервал, ну, 10-15 секунд он будет кастовать. Ты должен этот каст прерывать. И вам тоже на генерале ХМ Саранита. Если что, я тебе помогу. Если у меня промаха не будет. То есть запах Саранита — это масса не убить, не убить Саранита ВПР. То есть шеймы снимаете, там меняете на другие пухи. Чему не обновлять только точечно? Ветром не бить, буря, там еще что. Освещение не бить тоже. Не массы вообще стопните просто. Даже бы щипали. Да, море и ветер не прижимали. Могу использовать. Не достойки он.
Ретрик тебя тоже касается. Бурый, священный, убирай. Пить ему кастану, копье такое черное, от него тоже надо бегать, это плюс еще дополнительно очевидно. Значит, будет Мишка, ты давай в Ретрика. Ну, а баф можно дать? Приста баф там, каску. Ну, я сейчас все разбафую. Кулак по медведю. Есть хавка на еду или инер залить? Кто каски дает? Оверман каски. Асли хан, дай кулак. Ему на 10 минут надо давать. Сови Джилл Фалуко, понимаю. Давай чек на пункт. Не знаю, теперь каску дайте нормальную. Ну, пристабав не дали. Каску дайте на 10%. Теле, боже мой, 2 паладина не могут разобраться. Какую-то на 8 бафов встану. Я тоже это вижу. Оверман, каски, оттул голы, кулаки, МП5. По мишке кулак на 10 минут. Кто бафал каски сейчас на 8%? Да, дайте на 10%. Аслихан, короче, блядь, давай по друидам каску. Лаверман, давай кулак. Хотя он у меня уже есть. Стоите в небо, смотрите вниз. А чё ты уходишь спать, если не глянь? Иди нахуй. Слышишь? Что за хуйня? Какая? Да как, чё, не готов? Всё у тебя есть, Вадим? Чё, уставлю до дома? Все, РДД, держимся на НЖ, это лучше на вас будет, отбегайте от босса и между друг другом. НДК на костах. У кого шен?
Все, у него нету шины. Там гранька. Все, человек не на пол, сами себя задерживаете. Тут же, по-моему, в лужи надо забегать, да? Это ДПС, отлично. Все, войд, начинаем. Агро не рвем, за агро следите. ШП, графит, за агро следим. Что там, мы не хэм делаем? Хэм делаем. О, не подвигай, сова, не подвигай к нему. Надо держать рендж. А, сейчас смотри, всю ману потратит. Леон. Там жезлом будет врага не сранит его. Экономьте, экономьте ману, потому что враг сранит он. Будет, надо вот в него вливаться. А не в босса. Нихуя меня копье куда летит. Это хуйня жгучую. Надо прерывать. Когда стаки накопится очень много, то очень больно будет. Мамура. Опять. Сова, зачем ты потратил всю ману? Сова, не бей босса, сова, не бей босса, просто стой. Ты понимаешь, что нам еще ждать минуту 35, пока сорнет и враг появится. Беги, сова, беги. Да, милизоне убивает пары. Вы что, долбоёбы, что ли? Урису и стопните, освещение, ветер и мор. Еще 200 хп осталось. Кнопочку B английскую нажмите. Он покажет хп этих сорнитых паров. Бегайте. Все, можно падать. Убили? Долбоёбы ты. Покажите урон по парам, кто их убил. Записал имя персонажа. Неповиновение. Это слабость смертных. Есть слава Рикангута? Ты как нанес ты? Трёпка, наверное, по двум целям бьет. Лежи, интересно. Ты разман зачем взял? Зачем? Зачем ты размах использовал? Ну, размах в ротации. Когда миликом играю на нем, я просто с автоатаки бью и ухожу курить. Больше ничего не делаю. Прихожу там через 2 минуты, ага, сорнитовый враг попался. Он как появился, все, давай бить. Так а что, босса можно не бить первой фазы? Чисто на автоатаке доводишь его там до ляма. Можно, можно на автоатаке можно меньше ляма как-то довести миликом. Я, короче, с пула берсу отдам, побью увечьем, потом ничем не буду бить. Так что не бей. Короче, босса не бить, правильно я понимаю?
Это кто говорит, сова? Ну, типа, я... А у тебя мана восполняется, да, за счет здоровья-то? Нет. Эти лужи делают, короче, наносимый дамаг по цели большой. И плюс ману, они там проценты какие-то, ну, то есть режут ману. На твое применение коста. Че, все добежали на сдохну? Смотри, ДК. Лучше не рискуй, не обновляй муром. Просто бей собственно так. И точечно обновляй, вот и все. А когда сорнит и враг появится, то там уже хоть что делай. Масухи все подряд, шемы, бури и тому подобное. Все, все готовы, давайте под боссом. Будет начинаем. Дайте на агрите. На мне. А зачем ты ману опять свою тратишь? Сова, ну не бей. И мана понадобится на сорнита врага. Чипаем его, давай, сорнит его пару, в мили зоне, опять кто-то его уже 20% снос. Все, бью автоатакой, короче. Вдруг еще появится мили зоне. Лок, стопани, немножко. Лок вообще не бей, постой, покури. Босс не таунтится, так что если сорвешь, будешь умирать. Минута 50 еще. Славли. С автоатаки тоже неплохо агрон убивается. Медленно правда. Я на тебя еще пока дай напуливаю. Течет черная кровь, Йоксарона. Он сейчас хотел там, ой, прерывать каст, а у меня промах был. Не знаю, я почему-то не прервал, не смог. Он убьет меня сейчас. Не пропускайте каст, он убьет меня с одного удара. Еще 30 секунд ждать.
уходим, мы уходим. Все, сейчас скоро враг появится. Даже бегом отстрел. Сейчас ранит врага, бьем. Бегом отстрел тоже. Веру дал. Ай-яй-яй, отходим, отходим. Ты чё, дайте на агре. Огромный, видите, сальву дайте там. РДД, рассоситесь. Фокус. Как ты запорол отец? Босса бить можно? Да, 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 добивайте. Опять не упало. Пойду на ВДК. Смотрите. Фокус справа ближний, графит слева справа дальний. Я слева ближний тогда получается, и сова слева дальний. Это портал. Жень, Жень. Что? Что, сделаем, они появляются из стен или нет? Повернем танка. Просто надо сейчас тогда призвать их 9 штук, залить быстренько, упасть и потом уже треснуться и играть босса, ну, нормально. Влад, слышь меня, Влад? Влад, ты слышишь меня? Поставь ключ сейчас. Ты помнишь, да, какие кнопки нажимать там, когда захилить, не захилить? Как здание, помнишь, делали вчера же ее? Ну, когда там поражать там, авру, хуявру, хил, не хил там. Ну чё, давайте замутим, Жень. Ну, придется упасть один раз, но ничего страшного, я думаю, зато ачка будет. Видишь как? Ну, потому что не выживут, вот, люди. Ну, в прямом, если мы 9 рядов будем одновременно заливать, они не выживут. Графит, дашка. Ну, так тут в любом случае кто-то умрет, даже если не будем. Графи, дай шкаф. Блок, который сейчас нужен на АФК. Дайте помню лафы, каску, лапы, приступал, кулак. Расскажите подробнее суть, потому что я давно был здесь, как бы. Я помню то, что появляется портал, в портал заходишь, убиваешь трэш, потом
В мозг играешь. Да, все там. Там только не трэш, там такие щупальца будут, от них жопой бегаешь, как бы, чтобы по тебе лишний урон не попадал. Далее, когда там дракончики будут, разбиваешь этих дракончиков, и еще надо тычку дать, чтобы добить как бы их. Потом уже бежишь к мозгу и дергаешь. Да, надо, чтобы еще, короче, там безумие, короче. Да, безумие. Здравомыслие называется. Лишний урон – это минус вашей здравомыслия, то есть лужи. Будут пакты, сбегаться с пактом, от черепка надо отходить. Далее что? У кого на третьей фазе, у кого меньше 20, отворачиваемся. Милики тоже могут бить. Танки танчат, соответственно, трэш. А восстанавливать будет где эти колодцы? Нет, здравомыслие не восстанавливается. Далее, РТД, кто святой, остается на второй фазе, это Ламруа, Сова, а нет, Сова заходит. Ламруа бьешь, большие щупальца, милики будут бить, маленькие только, не подходите к ним большим, вас ваншотнет. Все, чек на пол. Сейчас мы будем мобов, да, этих убивать? Которые будут к ней подбегать. Первая фаза, в центре идут только танки. Фокус, что не готов. Ну я жду, пока мне Лавермен ответит. Все, пошли, давай. Ну короче, че, Влад, ставишь 5 косарей или че? Че, Петя, ты же уверен, что никто не умрет. Стоим и не двигаемся, вообще не двигаемся. Ну вы сову поправляете, если че, потому что я здесь был 4 года назад. Я уже не все помню. Бей мобов, только не двигайся. Лишние паки, трэшные. Феликс, смотри, вот. На тебе дебаф. Он потиху ярит, очень мощный. Выбеги с мелизом. Уже не надо. Уже на ломбе, на ханте. Еще два моба, или один, два. Да, не щадите их, бейте без промаха. Еще один моб. Да, не щадите их, бейте без промаха. Стрелять. Сразу смотрим, на черепка убегаем, потому что он на вас перекидывается. Далее, паладин, всю всякую фигню диспельте, с фактами сбегаемся. Задохнитесь собственной ненависти! Ребята, пока по-большому играете. Милики, не подходите. Милики, вот ДК, ты куда подходишь к большому щупальцу? Тебя, понимаешь, ваншотнет. Пак, сзади душа. На мне еще черепок. Да хит, ну ты где там умираешь? Он в щупальце был. Че, Влад, 5000 давай. Ко мне, друзья. А, на тебе еще. Влад. 5 косарей, Влад. Когда ждать? Лукарис, да, где там? Юля, ко мне беги сюда, потому что я сейчас портал иду. Топику бегу. Порталы, порталы. Заходим. Лок шел в порталы у нас? Нет. Эрдру, Берни. Диспольте болезни, как Катя. Задохнитесь собственной ненависти. Задохнитесь.
Блять, вы чё, на приколе? Они, блядь, не умеют за свой класс играть вообще нахуй. Ложимся. По полезнее не диспелю, потому что я в комнате. Кстати, один. Вдвоем. С тобой вдвоем, да, же? Ложимся, ложимся, чё? Меня плохо слышно или что? Не пойму. Тебя вообще не слышно было. Ты вообще что-то говорил? Я сказал, что сзади щупальцы. Задохнитесь собственной ненавистью, смертные. Луч, вставайте. Задохнитесь собственной ненависти. Ну что, теперь, может, все-таки сделаем, они выходят из стен, раз уже можно падать. Пожалуйста, я очень вас прошу. Ты уверен, что этот рейд сделает этого чува? Не понял. Ты уверен, что этот рейд сделает этого чува? Ну там все, что требуется, это просто в 9 мобов залить массом, и все. Ну это не просто, надо от них далеко стоять, чтобы стрелы не убили нас. Не, ну естественно. Как ты будешь заливать, если ты далеко от них стоишь? В смысле как? Ну смотри, нас тут есть 1, 2, 3, 4 РДД кто-то сделает. Просто сейчас подбежим, активируем все тучки, выйдет 9 мобов. Ты их поставишь в центр, и мы их зальем. Умрем все дружно. Мне нравится особенно последнее предложение. Не, ну мы в любом случае умрем после того, как мы их начнем заливать. Они взрываются. Мы дольше будем падать, чем просто плюс 0 убьем. Вот-вот. Мы один раз упадем сейчас, пока их делаем. Мы и не все, сделаем, а потом... вообще никак это отчего. В смысле не сделаем? Мы ее вчера делали здание. Ну не знаю, может там все... Люди знали, что делать надо. Твой, это вчера здание сделали. Лаверман. Ты остаешься наверху, в комнаты не заходишь, ты протопал. По диспель, яд, магию и что там еще, и болезнь, блять. Потому что это пиздец, я стою в болезни, меня станет она, никто нихуя не диспелит, ретрик похуй. Безнадежно. Болезнь, наверное, я с тебя не снимал, потому что я в комнате был. Я говорю протопалу, он может снимать эту всю хуйню. А проклятие может Эрдру снимать. Ну чё, все здесь, давайте мы злобим. Приступа злобим. Как это никак, блядь? Выделяешь и диспелишь. На кнопочку 1 ставишь, выделяешь игрока и нажимаешь кнопочку 1. Вот я тебе подсказал способ охуенный. Вы хоть порталы-то запомнили, где кто стоит? Что это? Я могу предсказать тебе там. Если магия. Фокус графитом с правой стороны, я с собой с левой стороны. Сова, смотри, перед заходом обхотываешься, заходишь, даешь дубовую кожу и даешь звездопад и бежишь. Готовы, лучше нету, пойдемте быстрее. Скоро мы сразимся с главарем этих извергов. Обратите гнев и ненависть. Сейчас ты не бегаешь. Надо по лужам было бегать.
ДК, что ты делаешь? Можешь стоять на месте просто? Не двигаться, не шевелиться вообще. Ты из-за этого активируешь лужи лишние. Это не надо делать. Могут сами придут. Вот только 2000 вы поймали, а прикинь, 9 мобов. Угу. Говорю, вчера же сделали. Ну, блять, это не тот рейд, который вчера был. Че рейд нравится? Там сзади большой, видите, видите, РВД. Танка, ты чё, в центре босса, что ли? Перед дрожью меч. Фокус где-то там. Бегу к тебе, Жень. Кропортал. Блин, а где-то автор? Скоро буду. Готово? Малый, крестик хильте. Он в центре босса, блять, его никто не разобьет. Там забаганное щупальце. Оно будет восстанавливать. Побейте большой, диспельте магию. Диспельте магию, паладины, ретрик, хуетрик. И вытаскивай на панель, как оно называется, омовение, эту хуйню зеленую, и диспель. Делай это сразу. Сколько там по таймеру? 20 секунд. Сколько? Там пока. Маленькая. Должно успеть. Выходим, выходим тогда. 10 секунд. Выходите лучше. Выходим, 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 выходим. Идите щупальца бить, что вы там, блядь, бегаете? Кто там? ДКшник. Хантер остается. Ко мне, Эрдру, беги. Эрдру, ко мне беги, рядом со мной стой. Там в центре щупальца РДД разбейте. Не разобьется. Оно хп останавливает. Лучи смотрим. Ничах не попадите, в порталы опять заходим, порталы. Заходим. Разбиваем их. Заткнитесь, собственные пищите смертные. Конец близок. Переводите быстрее. Угу. Сейчас, когда выйдете, попробуйте в центре протопала разбить, может разобьется. Переведи. Выходим. Дайте БР, ПВ, ПДК, ПДК, БР, дайте. Отвернулись. Лок, отворачивайся. Он меньше 20 лет, ворачивайтесь. Сова, верну. Сова! Я вообще сколько там? 4? 4, не да. Поворачивайся. Не поворачивайте вас. Спиной просто с боссу встань и все. Агапат можно? Сейчас, да. Пока нового трэша нет. Ретрик там тоже может бить.
Ретрик, ты можешь бить босса, как дела у тебя? Алло, Ретрик. Иди бей босса. Встань так, чтобы бить его, не отлетать. Вернись. Мобов подальше от босса отлети, они его захилили. Идите. Как я поставил, сюда поставь. Вот нормально. Так и не умри. Не подбегай ты туда к зубам, блять. А Ктулгалы, ты что, вообще не понимаешь ничего? Встань подальше от него, так, чтобы начать бить автоатакой, и сможешь бить. Это пиздец, как ты не можешь понять? Блять, не убился. 10 тысяч добивать. Вы обречены! Не вы, никто другой, не в силах избежать. Эти же дробяха. Все на ПКД, блядь, будет падать. Блять. Почему ж они не напали? Да, нубы нубами просто. Кто вчера был? Давай посмотрим. Ты, я, фокус. Остальные не с нуля, да? Да. Тебе на шамана кинуть? Не, на паладина кинь, черт.